Всем привет! Сегодня после работы выскочили на разведку. Так душно сегодня, парит. Но дождя практически нет. Лес сухой, лист скрипит. В такую жару нам повезет. Возможно, только на дубовички, грузди перечные, пергаментные, скрипицы. Посмотрим, что сегодня в лесу. Надо проскочить, пробежаться до выходных, проведать свои места. Так что проверяем Дубраву. Лисички как таковой сейчас не встречается в наших местах, ехать за ней надо в более южную сторону. Мы пока крутимся у себя здесь рядышком. Проверяем, ходим, смотрим. Пожелайте нам удачи, посмотрим, что нам сегодня попадется. Сегодня очень жарко, мошки, комары просто атакуют, клещи. Ну, в общем, все как обычно в наших кубанских традициях. Идем. Первая находка, как я сегодня и хотела. И это боровичок, император, пурпурно-розовый. Вот, пошли эти грибочки. Стоит жара, и несмотря на это, они все равно лезут. Это своего рода дубовичок, потому что растет все-таки он под дубами. Но этот гриб я люблю из таких дубовых грибов больше всего, потому что он редко бывает червивый. И чаще всего он растет семейкой. И он здесь, естественно, не один. Совсем рядом его родственники. Вот такая вот сладкая парочка этих пурпурно-розовых красавцев. Смотрите, какие они красивые. Обалденные. Да, это император пурпурно-розовый. Такой вот боровичок. Дубовый. Видите, сразу синеет на срезе. Очень красивый грибок. Обалденный. Сейчас будем искать дальше. Когда-то был беленьким. Хорошенький. Ай, здоровый какой. Конечно, он червивый и плохой. Оставим его лесным жителям. Сейчас развесим его на веточке. Эх, такой молоденький, свеженький найти. Класс. Когда-то была сыроежка. Сейчас она уже, конечно же, большая и старенькая. Вот в такую жару только сыроежки выживают, да белые старые. Старичок. Гробовичок нам попался. Конечно же, он уже испортился, поджарился. Очень мягкий. И лесных жителей в нем, наверное, больше, чем в том белом, который мы собирали. Встретилась лесная красавица Ромария в такую засуху. Красотка. Как водоросли из дубравы, из сухих листьев. Оставим ее здесь. Ай, мой гриб мечты. Размеры идеальные. Давайте его выкрутим. У него такая толстая нога, и он должен быть очень чистым. Вот такой вот тут грибочек. Да, почти чистый. А, сколько мяса срезала. Вот такие вот размерчики у этого гриба. Местные жители называют его синяком из-за того, что на срезе он сразу же синеет. Но внутри этот гриб очень чистый. И сегодня мы займемся его заготовкой на зиму. Убрать темную мякоть можно будет, выварив в лимонной кислоте. Проварить буквально полчасика и достаточно. С добавлением лимонной кислоты гриб приобретет лимонный оттенок, желтенький. А этого дружочка я чуть не пропустила. Император какой. Он только-только начал вылазить. Смотрите, как мы вот вовремя пришли, потому что жара, и они очень быстро портятся. Ох, и нога у него, как же я его люблю собирать, обалденный. О-о-о. Прям аж кто-то грыз его, или он так пробирался неудачно. Но я уверена, что он чистый. Попробуем его срезать, а потом просто обрезать. Гром гремит, кстати. Ну, немножко, немножко что-то есть, какие-то точки, но они незначительные. Гриб практически чистый, хороший, берем. Вот такой вот, казалось бы, неказистый, страшный, такой цвет у него пурпурный.
Но мясо в нем, поверьте, намного больше, чем в белом. Сытнее, сочнее, классный. Вот такого тоже красавчика нашла Света. Ура! Красивый грибок. Император пурпурно-розовый. Ты его выкручивай, а потом обрежем. Такая желтая ножка у него обалденная. Ой, какой красивый. Прелесть. И он наверняка чистый. Ох, сколько ты ж мяса отрезаешь. Ну ладно. А там просто вон жнецы немножко. Да нет, нормально, они же убегают. Убежали. А так гриб чистый, хороший. Красота. Рекомендую. Какая красивая поляна. А размерчики. Этот какой, а этот вообще еще больше. Красавцы, императоры. Вот это сегодня нам повезло, мы прям вовремя. Так, выкрутим. Ох-ох-ох. Обалденный. Красивый. Ой, а этот вообще просто гигант. А нога какая. Обалдеть, свежак. Классные. Ой, обожаю, любимые грибы. И вот такой еще. Сверху немножко побитый, но в разрезе будет хорошим. Размер у него тоже достаточно гигантский. Еще и в пионах и в ландышах. Запахи тут, конечно, такие цветочные. Размеры супер. Ух, обрежем. Хороший. А этот как с картинки. Ну, прям красавец. Случайно. Заметили? Свеженький, молодой. Вот такой вот бабочек. Красивый. А как вам такая красотуля? Случайно я заметила. Под листочком абабок чернейший. Красавец. У него всегда вот под шляпкой вот такая вот желтенькая. Губка у него желтенькая, как вы можете видеть. Вот. Пасмурно в лесу, уже вечереет. Поэтому темновато, плохо видно. Всегда такой желтенький, а если его срезать или надавить, то на ножке появляются черные пятна. А бабок чернеющий. А тут прямо какая-то бабковая полянка. От одного отошла, развернулась немножко. Еще один такой же точно красивый нашла. И он тоже будет чистый, конечно. Теперь у меня два таких вот малыша молоденьких. Красотули. А это наши прошлогодние красавцы появились. Гимнопил юноны. Растет у основания деревьев, в основном у корней дуба. Такие пластинчатые, немножко шелковистые у него. Шляпки интересные. Он горький, поэтому считается грибом несъедобным. Гимнопил юноны. Как в лесу потемнело, грибы искать очень сложно. Парит перед дождиком, как будто гремит гром. Время 5 часов вечера, а мы находим вот таких вот красавчиков. И они даже хрустят, как будто чистые. Свежие, чистенькие. Жара, не жара, видите, а лезут все равно. Хорошенький. Какой мне красавчик достался. Белый и, по-моему, чистый белый бронзовый. И нога такая у него упругая, и он сам весь упругий, красивый. Ой, такую красоту даже срывать жалко. Но мы сейчас его аккуратненько выкрутим. Хрустит, обалдеть. А запах какой, вы не представляете. Он самый ароматный из всех. Ой, какая красота. Вы представляете, какой чистяк? Бомба. Ой, просто радость, восторг. Чистый. Класс. Ой, вот это ароматы у него, конечно, класс. Представитель белых семейств, ну, скорее всего, он плохой, да. Как и показывает практика, мягкие грибы уже того. Такие вот сыроежечки попадаются. Одна гнилая, три хорошеньких. Тут полянка целая, надо обсмотреть здесь все. Они обычно растут семейкой хорошей. Огород рядышком. Еще парочка. Скорее всего, плохие, наверное. Не пойму. Битая или не битая. Не, чистая. Сухая просто. Их бы еще довести в хорошем состоянии. Но это
Нет, это плохая. Это на посадку. Хочу познакомить вас с грибочком. Часто встречается. И растет такой вот он маленький-маленький. Если его достать из земли, там видно, что он из яйца растет. Смотрите, какой грибочек. Он оранжевый. Сейчас плохо видно. Вот такой вот поплавок шафрановый. Кстати, съедобный гриб. Все поплавки съедобные. Они же из семейства мухоморовых. Ну, мы их особо не берем, потому что хватает других грибочков. Только полюбуйтесь, что я нашла. На мху две красоточки. Лисички засохли. И все. И на том полянка закончилась. Вот такие вот в этом году у нас места не лисичковые совсем. Мало-мало лисички. Совершенно сухая такая. Очень мало. А здесь два сгоревших абабка чернеющих. Один чистый. Ножичком надрежем их, проверим. На поляночке такой темный. Но они чистые внутри, видите, такие темнеют. Взять их. Чисто шляпки и все. Ну да, чистые только подпеклись на солнышке. Так внутри чистенькое. И, кстати, сегодня заметила, что нет бледной поганки. А нет бледной поганки, нет и белых грибов. У меня одна еще лисичка попалась. Одна одинешенька стоит в дубраве, засохшая. А соседей нету, родственников почему-то. Вот одна. Совершенно рой не рой землю, одна. И вот такой вот красавец абабок. Лицинум. Длинноногий какой, гляньте. Ох, шикарный. Наверное, чистый, я так думаю. Да, чистенький. Бабок тоже, кстати, чернеющий. И он тут не один. О, частяк какой классный. А здесь шикарная полянка. Смотрите, какая шикарная сыроежка. Зеленоватая. Чистая красавица. Здесь маленький такой вот чернейший абабок. И здесь побольше, под коряшкой. И уже один сгнил, грибочек видно. А эти хорошие. Подрежем, сейчас посмотрим. Нет, чистенькие. О, вот они. Вот такая вот полянка. Здесь еще сзади еще одна сырышка зелененькая. Да, вот еще одна лисичка. Ой, наконец-то у нас лисы пошли. Вот одна. И вот еще спрятались. Сухие совершенно. Прям совсем им сухо здесь. Дождик бы сюда, и лисичка пойдет. Слушай, ну может десяток наберем сегодня. И такой красавчик уже почти на выходе. Под ножки бросился. В коряшках притаился. Чистенький. Чистенький чернейший абабок. Красота. Ну, это, наверное, уже все последний. Уже возле машины мы, считай. Ой, толстоногий какой хороший. Ну и напоследок лесовичок мне тоже подкидывает вот такие подарки. Боровичок. Толстоногий. Ой, вот это класс. Смотрите, какой, какой он шикарный. Ох, какие размерчики. Красивый, жирный, чистый. Обалденный. Еще один напоследок. Присушенный. Еще один. Крепушонок. Один, нет, один. Но крепкий. Дай, боровичок такой. Прямо красавец. Просто персик. И у тебя тоже. Покажи. Нет, он другой, желтенький меня будет. А бабочек. Ну, о бабках мы тоже уже набрали. Он уже. Полная корзина добра. Тут такая дорожка хорошая. Еще, может, что найдем. Ну, уже нормально. Уже я почти набрала. Какая красота уже на выходе из леса. Ну, это точно последнее, походу. Я пришла сегодня за императорами. Вот лесовичок мне сегодня их и подогнал. Два. Какие классные. Два боровичка.
Красавцы какие на дорожке. Бомба. А тут у нас Цезарь. Одиночно выскакивающий. Тоже, по-моему, третий раз я здесь нахожу Цезарь за поездки. Но он уже тю-тю того. И раскрылся уже. И запах у него уже мне на такой тухлой рыбой воняет. Я уже такие грибы не беру, конечно. Повесим его сейчас на веточку. Пусть размножается. Высохнет, поспорит тут. И вырастут грибочки. Вот такие у нас сегодня получились уловы. И такой вот большой ассортимент. Сегодня очень много разнообразных грибов. Сегодня и бабки, и лисички, и сыроежки всевозможные. И просто подберезовички, лекцинумы разнообразные. Даже белые грибы попадались. Но самые главные трофеи, это, конечно же, императорские боровички. Ну и земляничка тоже попадалась нам сегодня. А в этой корзинке у нас еще поплавки шафрановые попадались. Тоже хорошая. Грусть перечный, грусть зональный попадается уже в большем ассортименте. Маховички. В общем, мы довольны сегодняшней прогулкой, сегодняшним результатом. Такая вот получилась у нас хорошая разведка.